В Гусино приехали километров 7 от Бабиничей, где-то от Смоленска 60 км. И вот наша компания, мы пошли посмотреть, может, маслята, может, что-нибудь. Этот лес хотя бы хороший, там на нас дождь капал сверху, сейчас дождя нет, сыро, влажно, но приятно. Папоротники бурые. Но они не бурые, коричневые. Вот здесь. Так. А там еще желтенькие, красивенько. Тут желтые. Грибов пока нет. Но мне приходится тяжело. Если кто-то найдет гриб, все хотят, чтобы я их гриб сняла на камеру. На память. У них такая радость обалденная. Если кто гриб находит, всем нужно, чтобы я сняла их гриб. Вот смотрите, еще зеленый папоротник. Еще зелени полно в лесу. И в то же время, наверное, разные породы папоротника. Да, они же бывают всякие. Их едят. В молодом виде. Поехали. Это мелкие, мелкие грибочки, неизвестные. А здесь они уже оборудовали место отдыха, даже не одно, отдыхали, даже два. Тонок. Грибы, мышата. Оля заметила, мимо шла и увидела. Вот он какой. Вполне себе съедобный гриб. Дальше. Ладно, поедем дальше немножко вперед. Другое место посмотрим.